Стальной хват России. Привет большой. Подписчики на канале YouTube. Привет большой. 9 июля 2019 года. 9 часов 30 минут утра. Очередной день. Очередная пища. Очередная запись видео. Короткий рассказ о том, что, чем я хочу с вами поделиться. И померяем нагрузку того, чем я хочу с вами поделиться. И объясню, зачем все это. Когда была придумана линейка моряков из 10 эспандеров, то крайним эспандером стоял эспандер, который бы находился и стоит между коком 3,5 американским и четверкой. Ну, есть у всех желание достигнуть закрытия четверки. Четверки в любом состоянии, ну, в любой возможности, естественно, там потолок это с карты, с упаковки. Ну, все-таки можно и рабочую четверку закрыть, можно просто четверку просто распаковать, задиповать, попробовать. Ну, так как это самое массовое производство эспандеров, скажем так, качественных в мире. Коки, они очень давно, я их делал в свое время. Отец-основатель Уоррен Тейтинг, который придумал эспандер в 63-64 году. Соответственно, первые выпуски делал этих эспандеров, когда у Стротсона не было своих мощностей. Ну, поэтому потом пошла сертификация, массовое распространение по всему миру. Естественно, люди про коки больше всего знают. Про моряков не так сильно знают, но тем не менее, ребят. Нас меньше, но мы в тельняшках. Поэтому... Качество моряков уже знакомо всем, и нареканий нет никаких. Подобрана накатка, подобрано расстояние, плавность хода, нагрузки, которые не бьются, и если даже бьются с нагрузками американцев, корейцев, австрийца барабана, то по-любому восприятие кистью это идет по-другому. В основном было задумано, чтобы эспандеры были между нагрузками американцев. И вот адмирал на данный момент 83-84-88 килограмм. Вот примерно такая нагрузка. Ну, вы понимаете, да, вы знаете калибровки, смотрите мои калибровки, понимаете, что коки 3,5 обработанные, не то, что сейчас продается американцами, которые после упаковки, с упаковки имеют нагрузку 80 килограмм, допустим, 3,5, садится на 75-76, а то и больше 80 килограмм. Огромное трение. Непонятно, почему исчезла накатка совсем. Ну, в общем-то, это вопросы надо задавать не ко мне, к ним. Поэтому я не готов отвечать за Стротсона, за его производство и так далее. Может быть, он вообще прекратил в Америке выпускать там, может, китайские какие-то ресурсы используют. Ну да ладно. А нагрузка четверки на данный момент вот 94, 93, 95 с упаковки. И последний спандер, которым Валера пулю держал, он по факту был где-то с упаковки, наверное, 95+. А вот видите, после обработки стал 89. Ну вот эти падения на 6 килограмм, конечно, они совершенно какие-то непонятные. И я не хочу, в общем-то, предполагать, что там с проволокой, или это на самом деле такое вот чудовищное трение, которое добрасывает килограммы. По расстоянию небольшие изменения происходят после первого сжатия, там 1 миллиметр, 2 миллиметра, ну и в общем-то. А адмирал вот как раз между этими 77-8 килограммами и 90 килограммами, вот 83-84, 85-86, до 88. То есть разброс объяснял, почему существует, зачем он нужен, да, чтобы, в общем-то, сделать ход, какой-то ход для кисти в росте силы. Поэтому, потому что, ну, вообще на 80 килограммах каждый килограмм это на вес золота. Он, в общем-то, для многих гораздо раньше начинается. То есть шаг перехода, допустим, с 2,5 на 3, с ГХП 6,
Ну, вроде бы как бы на 7 чуть попроще, а восьмерка там опять чуть дальше стоит, достаточно дальше. Попадаются какие-то варианты, как вот у нас попался на 68 килограмм, но это редкость, это так получилось. Ну да ладно, это все на совести американцев, вопросы к ним. И, в общем-то, вы знаете, что продавался и был у меня в продаже вот такой эспандер для чизкраша. То есть моряками шли термиты. Корабельный комплекс. Их было две версии. Это с регулировкой нагрузки. Ручка выше ставится, нагрузка увеличивается. Ниже опускаем. Ну, было сделано. Ниже опускаем, легче становится. Этот на 14, на 16 позиций можно поставить. Ну, можно, естественно, больше. Но если четко по 5 мм шагом, 16. Первый термит был с линеечкой, замеры линеечкой, можно было и отгрудировать не через сантиметр, не через 5 миллиметров, можно было все меньше сделать, но смысл в том, что было сделано 50 штук, и не особо-то он получил распространение. Были предложены зарубы, были предложены скидки, в общем-то, кто сможет закрыть при получении на крайние отметки, там ниже, это на первом термите, там кто закроет на 6 сантиметрах, получит скидку 100 рублей и так далее. Ну, это все публиковалось в группе, кто давно следит, все знают. Были раскуплены эти термиты, но, в общем-то, тишина в эфире. Видно, все-таки Анатолич имеет немотивирующее действие, в общем, со своей мощью, с термитом, а наоборот. В общем-то, подавляющее. То, что он в состоянии делать Анатольевич, не в состоянии делать никто. То есть, было предложено. Ставлю ручку на нуле при получении. Ну, не на втором термите, на первом термите. При получении закрываете термит ваш, деньги ваши. То есть, просто подарком. Ну, и заодно и вызов, в общем-то, примите от Кириллова. Ну, вот и ныне там. Ну, опять же, ну да ладно. Вот как-то так. Не захотели, не хотят ребята. Ну, он и в продаже, когда они стояли. Ну, то ли цена смущала. Ну, в общем-то, я вам скажу, что если бы это была продажа от американцев, ценник бы не стоял такой, как у меня. Ценник бы стоял умножить на 3. Потому что они себя любят. Они свой труд ценят гораздо выше, поэтому, в общем-то, цена 4000, 3500, 4000, которая была, когда они были серийные, была очень высокая, как бы, может быть, для многих. Но я вам скажу, что была бы цена и 2000 рублей, тем, опять же, было бы раскуплено, и как сейчас, тишина в эфире, никаких видео, никаких... Никто не хочет делиться своими достижениями. Были несколько вопросов к людям. Кто, я знаю, у кого на руках он. Пока висит на гвоздике, придет время и так далее, и так далее. Ладно. В коллекции, пусть висит на стене. И напоминает о былых временах, когда хотелось это взять. Ну вот я обратно вернул в обитель. Раз, два, три. Три штуки вернул в обитель. Да, 3 или 4 вернул в обитель. Ну, опять же, вот такой вернул, себе оставил все же. Ну, и некоторые, которые были другие возвращены, я их отдал. Посмотрим. Пусть занимаются. 50 штук на руках. Ну, чуть меньше, наверное, да. Да, 48. Два у меня. Термит первой и второй версии. И, соответственно, все равно в процессе жизни группы была у меня мысль, чтобы сделать 11-й эспандер для чизкраша. Но все-таки с регулировкой ручки и вот такими объемами с пружиной 1 сантиметр пришлось отказаться, потому что закупать много надо. Закупать надо проволоки много, потому что никто не будет делать 1, 2, 10 штук. Надо делать партию. 100 штук надо делать. 50, в общем-то, продали с трудом. 100 вообще не продадутся. Соответственно, со стороны коммерческой это вообще безумный будет проект.
вот, сделать, опять же, все раздать, никто ничего показывать не будет, да еще останутся. Поэтому решили 11-й термит не делать, чтобы 11-м был тот же термит, но какой-нибудь третьей версии. А сделать в линейке морских званий и на базе адмирала. Эспандер просто тяжелее адмирала. Ну, на порядок, скажем так, на 10 килограмм минимум. В общем-то, ГХП левел 10 как-то в голове возник. Надо сделать, ну, как бы примерно такой эспандер. По нагрузке не получилось сделать выше 100 килограмм. Но, в общем-то, идея была реализована. Вчера этот эспандер появился в обители. Это будет 11-й эспандер в линейке моряков. Решил отказаться от звания. В общем-то, 11-й эспандер – это, в общем, мощь, скажем так. Мощь эспандеров, собранная вместе. То есть, самый тяжелый эспандер, в общем-то, Давиду вчера показал. Ну, вы понимаете, что Давид Шамей сейчас производит вообще переворот в силе хвата. Четверку на 81 килограмм с карты закрыл. Четверки на 86 бомбит. Девятку левел. Левел 9 на 89 килограмм с блока закрыл. Ну, в общем-то, мощный, конечно. И сила очень серьезная. Поэтому и показал. И сказал, что это будет, в общем-то, эспандер для подготовки закрыться с карты, четверку, с упаковки. Ну, если, в общем-то, дай бог здоровья позволит дойти до этого. Итак, ребят, эспандер «Стальной хват России». Никаких званий. 11-й эспандер. Вот он. Штамп, скажем так, нашей группы, подводная лодка, стальной хват России и такой же штамп на второй ручке, стальной хват России. Два штампа, две лодки, группа стальной хват России. Это сила всех ребят в группе, это то, чего мы за несколько лет достигли. Не только в силе хвата в эспандерах, ну и в тотале. Ребята в спортзал ходят, ребята занимаются помимо хвата и общей физической подготовкой, и на турниках, и отжимаются, и гири, и гантели, и штанги, и жимы, и пауэрлифтинг, и армлифтинг. И люди увлекаются воркаутом. Вот такой огромный диапазон. Ну и, соответственно, эспандер должен быть вот такой огромный. Огромный по силе, мощи, может быть, вот для одной кисти. Но, в общем-то, конечно, проецируется это на чест-краш. Фаску, сразу скажу, фаску не получилось сильно снять, так как есть определенный размер штампа, и от него не отойти. Хочется, чтобы штамп оставался на память. Соответственно, если, ну, скажем так, сильно снять и более лояльно для поддавления в ладонь поставить, то не будет нашего штампа. Но это обязательно, это память. Значит, ничего не скрываю, но почему, как, все вам рассказываю. На базе четверки, вот видите, про четверку рассказываю, на базе адмирала, восьмерки пружины, увеличено расстояние. Допустим, вот вчера от Давида вернулся, вице-адмирал. Вот почти, в общем-то, ручка. Ну, сейчас все увидите параметры, увидите нагрузку этого эспандера. Ценник будет объявлен в группе. Этот эспандер будет отдельно стоять от общей линейки. Фотография и сколько будет цена этого эспандера. Заказываете, ну, сейчас на данный момент это вот, скажем так, первый эспандер, это обзорный, скажем, эспандер, он уже, в общем-то, с
скажем так, выкупленный. Человек его ждал, в общем-то, вместе со мной готовился, чтобы он появился. Все время ждал его, это не скрывая, с Минска человек, Юра Михновец. Поэтому следующая партия подойдет не ранее второй половины августа. Ну, требуется определенная работа, которую надо проделать со всеми аспектами изготовления эспандера, с пружиной, ну, самое главное, пружина, с ручкой, ну, и со всеми делами, с качественным сбором, чтобы тут все, в общем-то, было идеально проклеено, никаких моментов таких, которые могут не радовать глаз. Поэтому, ну, я, в общем-то, все сказал. От термита отказался, от массивного килограммового эспандера с регулировкой нагрузки. И решили, в общем-то, чуть выше четверки. Планировал 100-105 килограмм, ну, как ГХП левел 10. Но, в общем-то, ребята говорят, ГХП левел 10-то не особо-то и радует всех своей мощью. Ну да, в общем-то, тоже попробовать закрыть. Купить эспандер ГХП левел 10, попробую закрыть, если есть у кого-то желание развивать силу плечевого пояса. И также это все включается и предплечье, и спина, и ноги, все при чести. Но так как появился стальной хват России, 11-й эспандер, вот прошу любить и жаловать. Поэтому по нулям, значит, расстояние. Расстояние специально сделано, естественно, не маленькое. Вот такое расстояние будет. Широкий 77-78 миллиметров. В данном случае это будет 77 вот у этого эспандера. Вот так это в винчах. Вот так это будет в дробных. Ну и обратно. 77-38. Ручка, естественно, остается морских званий. 19 миллиметров, ну, 19,2. Это общая тенденция. 95-19 стандартных ручек. Да, будет тяжело. Сейчас крашем будет достаточно больно сжимать, потому что мы имеем достаточно острое окончание ручки, поэтому острое окончание ручки, поэтому это достаточно тяжело. Тяжело в плане каком? Ну, кто хоть раз пробовал чискраш, тонкая ручка сильно давит в ладонь. Соответственно, здесь можно попасть, если вот в эту часть ладони, где нервный узел находится, на все пальцы, которые распределяют нервное окончание, ну, это будет совсем плохо. Поэтому давление осуществляется вот на вот эту подушку. Я даже покажу, вот после 70 раз BC500. Вот видите, вот здесь давление приходилось, поэтому вот мозоль набилась и потом вот лопнула, скажем так, на вот эту вот часть. Вот на этот сегмент, скажем, мышечный сегмент мизинца, но не ближе к центру, не глубже к пальцам, не вынос сюда. Вот это вот эта часть, то есть это и по, скажем, геометрии закрытия так должно быть. Итак, 19 на 95, ручка, сейчас еще покажу, что это 95-я ручка, то есть это стандарт. И, в общем-то, пружина адмирала. Я сказал, что, в общем-то, сделать на пружине другой невозможно на данный момент. Ну, просто нет денег на это, и все, банально. Потому что делать надо много. Вот пружина. Пружиночка 8 миллиметров. О, 5/16. Это мы сгибаем так. Такой металл. Все. Вот так вот выставлено. Идеальная, в общем-то,
идеальная геометрия выставления идет. Сама пружина не сильно наклонена относительно ручек, поэтому ну все выдержано. Сжать сейчас, я скажу, когда вчера пришел, в общем-то тяжело было сжать на раз. Даже вчера уже в размятом состоянии. Сейчас с утра, в общем-то, думаю, ловить нечего будет. Это только Анатолич. Может и с утра, и в обед, и утром, и вечером, и ночью. Все, давайте померяем нагрузку. Самое интересное, что хочется узнать, это нагрузка. Нагрузка у моряка стального хвата России. Итак, стальной хват России, 11-й в линейке «Испандер». Кто как может его позиционировать? Кто-то, может быть, хочет позиционировать его как подготовка вот к американским закрытиям, а кто-то именно для чест-краша. Итак, опа-на, вот так вот навожу, касания нет. Накатка, все, вы уже знакомы. Кто морские звания покупает, тот знаком, в общем-то. Какая накатка на ручках, да совсем знаком. У кого адмирал на руках, это просто будем говорить, совсем хардовый адмирал. 97 килограмм. 97 килограмм, 77 миллиметров. Вот такой «Испандер» стальной хват России для чест-краша, конечно, в первую очередь. Ну а для подготовки, я еще раз повторюсь, четверки. Ну, это будет совсем самое. То есть, я и Давиду вчера сказал, ну, если вот этот закрывать с карты, вот этот «Испандер» с карты, ну, не знаю, это безумие, конечно, совсем, то, что я говорю, то любая четверка с упаковки, даже вот такая безобразная, которая имеет такое сильное трение, будет закрыта. Потому что расстояние здесь выше, нагрузка здесь выше. Все, прошу любить и жаловать. Вот такой «Испандер». 11-й в линейке. «Испандер» стальной хват России. Стальной хват России. Занимайтесь спортом. Занимайтесь собой. Берегите семьи свои, друзей. Встречаемся в обители. Да пребудет с нами сила. Пока.